Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить DayZ. С вами Артур Блэксильвер. Поздоровайся. Привет. Максим Шустрила. Здравствуйте. И Григорий Джек Шепард. В прошлой серии Артур погиб, но он благополучно добрался до нас. За 5 минут. Мы зачистили снова этот амбар и теперь идем чистить вышечку. Если вы смотрели выпуск за кадром, то видели, как мы ее один раз уже почистили. А теперь покажем вам, как это нужно делать. В реальном времени. Парень да. С топором побежал. Самым главным у нас чистильщиком и человеком для отвода глаз будет Шустрила. С Артуром будем просто наблюдать аккуратненько. А мне подарили арбалет, как видите. Я не умею стрелять из арбалета. Зачем они мне удали? А почему зомби сагрился? Куда он носится? Он на тебя идет. На меня? Идет Артур, да, иди назад. Я в лесочек тогда? Ты должен дать его топором. План пошел не так? Хотя стоп, он вроде перестал бежать на нас. Короче, Артур, лежим и не, нет, и не вылазим. Не отсвечиваем, я иду за ним. Там где бегут это? Зомби. Кому? Я знаю. А, понятно. Если кто спросит, откуда у меня ремингтон, то вот я его на вышке и нашел как раз. Такой план просто. Так, я вижу, на вас Лигухан идет. Вот давай, я все, сейчас... Лигухана взял, все, можешь бежать вниз, они все за тобой. Все. План... Такая анимация безумная. План отвод глаз. Так, мы пока проходим. Операция, кооперация. А мы, в свою очередь, пока не все убежали, идем и лутаем. Подождите, вы мне дали ложную информацию. Там еще трое, господи. Они снова все появились. Вы переоцениваете мои силы. Мне кажется, там сейчас будет двойная порция лута. Так, молодые люди. Не все сразу. Человек с топором. К тебе такая делегация, ты с ними справишься, нет? Сейчас крикнёт что-нибудь. С дробовиком только, Шустрила с топором. Шустрила с топором сейчас будет там устраивать. Кстати, вы представляете, сколько боезапаса в этих вояках? Да. Это вот тут лежат мои консервные баночки, которые я оттуда вынес и выкинул. Выкинул консервные баночки. Но они, по-моему, не для этого. Ну, в общем, не подходят почему-то ни к винчестерам, ни к чему, так что я их выкинул. Хотя калибр тот же. Посмотрите, какую колоннаду он за собой ведет. Да. Давай быстрее, пока новые не пришли. Кто будет лутать? Надо воспитателем идти куда-нибудь. Да я полутаю. Да, собрались дети. Ой, они на меня от половины атака. А нет, все-таки мне показалось. Не-не-не, они все к тебе. Угу. Просто тут еще и селяне присоединяются к этому параду. Свободы. Что тут резнулось? А резнулось тут вроде бы. Селяне тоже тобой недовольны, похоже. А, граната, патроны. В прошлой жизни кемперами были, наверное. Так, ты точно там в порядке будешь? Я не знаю. Короче, хороший был план. Надо будет еще разок потом все это провернуть. Я собрал все, что было на вышке и спускаюсь. А что там было? Там были патроны. Патрон для винчестера, граната и один более утоляющий одно. Давай я тебе его отдам. У меня уже их три. Давай. Сегодня мы будем тебя. Такие крики из ангара. Катитесь в ад. Все, я тебе положил, да? Да. Все, давай теперь уходим. Жду вас в амбаре, короче. Мы туда не пойдем. Как это не пойдете? Убивай там. Я один все не унесу. Мы верим в тебя. Это то, что должно тебя поддерживать. Нехорошо получилось. Почти в километре от тебя, и мы верим в тебя. Нам вдвоем неплохо, да. Хороший парень был. Ребята, я серьезно. Холивары на то, что мы специально отправили тут самоубийственное задание. Да ладно, идем. Самоубийственным заданием можешь справляться. А, топор есть, тогда идем. Заманил. У меня, кстати, есть топор. А, ну ладно, тогда. Я не знаю, ну вот сейчас мы забежим туда и... Чё, да. А, ну у нас человек с огнестрелом, в принципе, есть. Ноуп. Артур мужественно забегает внутрь. С арбалета засаживает. Я нашел арбалет и стул сэндит в голову. Пачка патронов, даже две. Они как вообще? Они... Они, по-моему, расхотели тебя, они вот тут вот по полю ходят. Или это селюки? Это селюки. С военных давай там дропать чего-нибудь вкусного. Ты их поубивал? Да. Джек Шепард, не отстаем. А я просто просматриваю на вышку, чтобы посмотреть, когда зомби там появится. В общем, сегодня серия у нас такая вся практичная. Сегодня мы занимаемся добывательством. Практичная, для кого экстремальная, я подчеркну. Ну, да. Зато больше людей пойдут смотреть твою серию. О, да. Что там экшон. Не все коту масленица. Че такое?
Все. Самое прикольное, что Ремингтон у меня с фонариком, поэтому надобность фонарики мне отпадает. Но я нашел военный фонарик, который всего один слотик маленький занимает. Покажу сейчас его, и, по-моему, это круто просто. Вот он, маленький фонаричек. Я представляю, в таких условиях еще и ночью играть. Это вообще просто прекрасно, я думаю, будет. Мне кажется, это будет мега атмосфера. Кто-то кинул флэр? Это дымовая. Дымовая моя. Да-да, кто бы это мог быть? Так, там у нас воняет, мухи летают. Это мой труп там лежит, предыдущий. Да, который я, кстати, благополучно спрятал. Да, ты его похоронил. Молодец. Тут ты еще не смотрел на, то, на этот ужас. Два бинта, кстати, ребят, нормально. Ох, ага. Ох ты тут, ты опасный парень, ты посмотри, что натворил. Ну-ка, я хочу зайти глянуть. Там знатно так. Я хочу это увидеть, покажите мне караул. Берсеркер. Так, я что, двустволку беру, наверное? Да. А, нет, подожди, а ты что не возьмешь? Ты своим топором, что ли, хочешь бегать? Ты видишь, какая силища? А ты да. Не можешь и то взять? Пока снайперскую винтовку не найду, не поменяю. Ты облутал их всех, я надеюсь? Нет? Ну, по крайней мере, я смогу дать отпор теперь. Да, бутылка воды есть. Еще так, патроны. А вот эти вот 1866 лакс. Это для винчестера, но я могу в сумку взять, поносить, пока с собой мне не впадло. Так, G17 магазин. Брать его, не брать? Не знаю. Представь, если что, Артур, да. Возьми у меня бутылку воды себе из этого, из рюкзака, из моего. И там же для тебя патроны красные. Только шо? Дробью мне в жопу, не это. Вот эта вот картина с кучей мертвых зомби внушала, когда человек убивал их с ПМ, но когда человек убивал их с топора, мне кажется, это просто памятник. Просто ужас. Опасный человек, да. У тебя сколько крови, они тебя задели? Да, 9 тысяч крови. Ну ладно. Чего вы там вкусняшки-то понакидали? Стрелы, арбалетные скины. Я тут селян столько еды нашел уже, у меня 3 пачки еды, 4 пачки еды. Да, местные тобой явно недовольны. Ограбил. Осталось вояк только один. Повыскивать, а вояк как топор. Да, топор, кстати, возьмите кто-нибудь себе, вот. Втул, именно втул. Я взял. Угу. Теперь нам надо найти армейский нож и спички. Да, и все у нас будет более благополучно. Артур, ты взял вот топор? Ты же взял топор, сказал. У меня он есть, тут еще один есть. Нужно взять именно, ну, втул, чтоб мог. Показывай. Вон. I'm right here. Хачет пройти хер. Ты все еще зомби, да, ты восстал зомби. Так что не удивляйся, сделал. Я не могу умереть, простите. Да. Так, рванули, да? Угу. Пойдем. Куда двинем? Арбалет, короче, оставляем. Снова рванем к вышке, там снова никого нет. И снова нет лута. Ты хочешь это повторить? Да зачем? Повторите и пойдем дальше. Зачем, в принципе, не знаю. Я тоже против. Ну, то есть вы, типа, набрали дофига патронов и готовы обороняться, я нет. О, да. А, ну-ка, интересно, что там... О, кстати, возьми у меня ПМ-магазин, Джек. Давай. Сейчас я положу в этот рюкзак. Давай. Себе. Осторожно, спереди зомби. Положил. Лежим, пожрём, долежим. Кэш. В общем, план такой, если в следующий раз мы нагрим зомби, мы быстро забегаем в дом, а там уже парень с топором. Есть у кого-нибудь покушать? Да, конечно. Давай. Сейчас сделаем. У нас сколько вообще еды? 4 пака. Отлично. Бери из рюкзака. Оба возьмите по себе по куску. Я между да вами. Да мне еще не скоро захочется, я же только что восстал из мертвых. Ну на будущее, что потом. Сейчас просто зомби, я поэтому попозже этим я займусь. Еда уходит. Так. Нет у меня этого. Ну, к вам зомби приближается. Патрон для ПМ. Взял, да? По заборчику. Смотри. Ну да. Все тогда. Все наложится, у меня 4 этих глаза. А, бывает. Так мы же до Зеленой горы хотели с вами точно. Да. А Зеленая гора у нас. Зеленая гора у нас вот. Вон туда. Вот там вон, да. Это будет долгий путь. Нормально. Потом мне придется его ускорить. Я вообще как-то на баге умер в предыдущей серии. То есть тупо у меня вырубило бег, когда этого вырубало у шустрилы. Угу. Что это такое, я не знаю. Не а потом резко включился, когда я уже вообще просто стоял. И он у меня упал, сломал все ноги. И потерял сознание. Ужас. Как в фильмах ужасов. Споткнулся и все. Да. И меня еще харчить начали там. Живот разворошили, кишки там. Все, полная программа.
А когда мы уже с топором подлетели, было поздно. Я еще орал: спасите, помогите! Атмосфера. Так, ну что, давайте встанем, уже никого нет. Что-то как-то страшно за свою жизнь. Дуплетом не дает двустволка, да? Кто пробовал? Не дает, пробовал. Не дает, да. То есть сначала один выстрел, потом второй, потом релоуд, да? Да, зеленые дальнобойные, красные картечь. А их еще перезаряжать можно? Ну да. Да. Ты с двустволкой или с винчестером? Да, я с двустволкой. Блин, я для нее патронов выкинул. Молодца. Все правильно сделал. Вон, ой, зеленая гора у нас. Мы забыли рядом с сарай проверить, ну ладно. Да ладно, я если там... уж вы на вышку не пошли за патронами. Вон там, кстати, зверушка, но нам с ней делать нечего, кроме того, как мясо просто... А, где? Вон, справа, вдалеке. Еда! Человеку дали топор. Я не вижу зверя. Посмотрите, как безумец бежит с топором. Да у нас Джек Шепард, глаз алмаз. Джек, я не вижу. Да бежим, бежим, увидишь скоро. Животный такой, ну слава богу, слава богу. Потом, ой, нет, это же Джек Шепард, он меня увидел. Вижу, рядом с лесом. Да-да-да, беленький в чатагим свете. Кабан. Мы сначала в Зеленогорск навестим или сразу в Зеленой горе пойдем? Сразу в Зеленой горе, а потом уже в Зелено. Оттуда в Зеленогорск. Я вас буду прикрывать топором. Ну просто вот как мы сейчас бежим, мы прибежим в Зеленогорск. Но мы сейчас повернем резко налево, как убьем барашку. Ага, вы все из-за барашки, значит? Да, конечно. Блин, я так себя круто чувствую с этой двустволкой. Да, то есть, представляю, нормально. Глаза шустрил и увеличились раз в 10. Да, там кровью налились. Да. Это я помню серию с Карима смотрел с Артуром, когда он первый раз стал оборотнем, там тоже звери, еда. Блин, ну там, конечно, поначалу вообще было круто. Да, с этими оборотнями. Волк выносной. Так, это у нас... Там, кстати, этих сделают, вампиров скоро. Тоже можно будет там, он такой летает над землей. Ого. Офигенно. Круто. Ну то, что с лошади недавно можно стало рубить именно. Ага. У меня этот патч скачался. Я рекомендую вам всем отойти, мало ли чем этот топор. Умри! Я этого не увидел, а вот смотри. Зарубал. Он покинул. Не подходи, не подходи. Просто Джек Шепард, дело в том, что после того, как он ударил, у него тоже вылетал пороховой газ, как будто он стрелял. Кстати, я ничего с него взять не могу. Ну конечно, вам же его сначала порубать нужно. А, у тебя же нож, да? Ни у кого ножа нет, по-моему. А какого хрена мы тогда его убивали? Ну а, как, просто да, топор у человека есть. Крови. Понятно, я-то думал, что-то я и забыл про этот момент, что у нас нет ножа. У нас ни ножа, ни спичек нет. А, это окей теперь. В Зеленогорске в супермаркет завалимся. Ну, да, теперь уже мы более-менее можем пульсить хотя бы. Джек Шепард у нас хочет... сразу к Зеленой горе, поэтому сначала вот мы завалимся туда. Если там кто-то будет, план такой, я врываюсь, начинаю махать топором, а вы... Люди от обезумия, бессотовые телефоны начинают тебя снимать, да. А в этот момент мы с Артуром заходим к ним в спину и убиваем их. Полиция на УАЗике, приезжает. Джек Шепард, довернешь направо? Я доворачиваю, да. Так, вроде больше ничего не видать. Да вроде да. На этом поле часто говорят появляются вертолеты павшие. Ну хорошо. А если бы еще пара найти. Пофиксили. Тебе нельзя пару в руки давать, по-моему. Можно. Нет. Но потом лучше убегать. Да. Человек с топором, теперь человек с барретом. Когда он не стреляет, а бегает именно лучше. Серьезно, ты сейчас получаешь барретт такой. Ребята, я очень долго не стрелял, мне кажется, вы должны бежать. Да. Бежать быстрее. Далеко. Я долго не выдержу, да. И а с барретом в ближнем бою против двухстволки, наверное, шансов вообще нет никаких. Да. Там попасть тяжело. Ну, во-первых, там тихо прицелишься, да. Я когда пытался в тебя целиться, я пытался. Вообще ничего не видел. А дробовик там попадешь, не попадешь, просто в салат. А мы, по-моему, сейчас зайдем со стороны как раз этой базы, а не со стороны дороги. Это да. Хорошо. Угу. Надеюсь, там больше аномалий это не будет. Призрака там не будет стоять. У нас есть эффект неожиданности. Mm-hmm. То есть человек с арбалетом, с дробовиком и с топором. А ты с арбалетом? Эту игру. У нас оба с дробовиками. А, все. У тебя какой дробовик? Ремингтон. У меня Ремингтон. Ну, давай посмотрю.
Ну, смотри. С фонариком такой на 8 патронов. А, это такой армейский, да? Ага. Это хорошая такая вещь. Идеалый, ну. А я даже по предыдущим нашим меркам. Знатный. А у тебя, Артур, более устаревший вариант. Мне хватит. Главное, что мне есть чем за себя постоять. Это... А вообще дальнобойный нет? Ну, зелеными патронами он лупит как винчестер, то есть далеко именно. А красными перед собой метров 5. Зеленый — это пеллец? А, пеллец — это красный. А, ну ладно, зеленые — значит, у меня правильные патроны. Слаг — это зеленый. Стоп, а у меня есть, кстати, слаговские патроны. Ну вот, слаговскими ты будешь надо. У меня есть какие-то еще красненькие. А красненькие — это тоже будешь дробить. Пеллец и слаг у меня есть, да? Артурка? Хоть сюда. У тебя место есть? Да. Держи, держи, вкусняшков. Я пока буду рубить. Но они для дрова. Я не уверен, что они не подойдут. Ну, по идее, должны. Ну, вроде как, но я не знаю. А. Дерево. Но у меня количество пойдет, магазинов я не увеличилось. Хотел попробовать. Ты видел, да, когда он ударял, была эта дымка такая, так да, что. Да, да. Это как выстрел. Нужно быть аккуратным. Угу. Вполне сейчас возможно, что сбанет что-нибудь, и он просто. Я не задним... думал, что когда-нибудь это скажу, ребят, но сейчас я перезаряжу топор. И мы пойдем. Ты с топором вообще опасно выглядишь. Да он его как-то держит так. С раскраской на лице. По-дурацки. Индеец. Да, есть такое дело. Мы поднимемся и начнем. План Пуза. Да, план Пуза. Так, подожди, откуда мы зашли-то? Мы зашли с правой стороны. Да, с правой. Так. Давайте пока на корточках. Ну то есть слева, если как мы обычно. Понял, я все. Давайте просчитаем самый плохой вариант. Если вдруг. Если что, внутрь забегаем. Да, забегайте вы первые. Даже можно вы первые, а я последний. И я как бы замыкаю с топором. Зомби прямо перед вами. Да ладно. Ну, ребята, дайте я его, подождите. Сейчас ой, будет тихое убийство. Слева там еще один. Или не стоит. Может быть не стоит? Не стоит. Я думаю, не стоит. Я тоже так думаю. Если бы у нас был арбалет, тогда окей, а так нет. Но он вообще в леса уходит. Тогда пошли дальше. Там слева, говорю, еще чуть впереди будет еще один селянин. Да? Вот его я из-за елок не вижу, куда он идет. Поэтому ну, тихонько. Когда мы на шахте ползем медленно, нас глаз вообще, ну, невидимый. Давайте секунду здесь помолчим, чтобы люди послушали вот этот шорох. Че, яйцами трёмся? Так, вон там селянин, я вижу под забором селянин слева. Он идет военный. Он нам скоро отрежет путь. Ну мы, если будем прям около стенки ползти, он нас не увидит. Я вот сейчас снимаю, так смешно, он ползет с топором, грубо говоря, себя же на топор садит. Лезвием, то есть вверх и ползет. Ой, вы, по-моему, сейчас прямо вылупитесь зомби. Поэтому мы берем левее. Нет? Да. Да. Там все дырка в этом, но... Да, мы можем... Сетки, по-моему, дырки нет. Вон нет, в топоре дырка, мы ее проползем. Она не приведет никуда. Да? Так, двое вышли из базы. А, по правую. Слева нет. Чисто. А вот дырка. Шепард. Ты не пройдешь через нее? Да как не пройду-то? Мы же пробовали там уже. А, ну, это дырка такая верхушная. А может быть с флешкой, нет? А, нет, она. Вот сейчас самое нужное нам это вставать. Да. Пошли тогда. Без этого никак. Ну давайте вдоль. Плохо, что здесь по-другому никак. Черт, здесь куча зомбаков. Да, здесь только через главный вход. Все ли написали, когда мы. Здесь мухи. Когда наши стрелы сказал, что? А, нет, это тут же трупы лежат куча. Ой, прибежали, встаем, бежим. Все, план маяк, Ладно, бежим, все. Так, Джек Шепард, за мной забегаешь, стрелу поставил. Давай. Я замыкающий, да. Ворота закрыты! Ворота, Артурка, давай. Есть, хорош. Отлично. Все, давайте, заходите, ребята. Все, я за вами, я замыкаю. А, я застрял. Быстрее. Я нормально прошла. Все, отлично, все, хорош. Поднимайся наверх. Зачем? Сверху будем снимать. Не, все нормально. Там еще и полутать можно. Кордоны закрыты полностью. Как они нас заметили вообще? Я без понятия. Я просто услышал, что сзади кто-то бьет, и вы начали кричать. Экшон такой экшон. Да, в этих сериях больше экшона, потому что прятаться не получается. Самое главное, что реально на зомби стали очень жестко палить. Ты там как справляешься? Да, отлично, вход. Пустые банки, мать их. Морфин тут есть. О, я возьму, пожалуйста. Морфин, это
дымовая граната. Патрончик. Хитпэк кому нужен? Для тебя нет. Ну, я их возьму, но я не уверен, что они мне подойдут. У меня этих АТМ-1014 уже столько патронов. И... Я тупанул, я тебе патроны свои отдал, походу. Давай. Лягушка вокруг маяка нарезает круги. Давай. Тебе М1014 приложите? Да. Ну вот, да. Я еще подумал, о чем мне их отдает. Тоже что-то не подумавши. Так, сейчас я тебе их переложу все. Давай. И как раз и для тебя нашел, получается, еще одну обойму. Да. Вот точно это они. Супер. Так, у нас последний раз наверху зомби стоял, будь аккуратен все-таки. Это был баг, конечно, но... Вот сейчас он реально у меня стал крастись, как у тебя. Мне сломали кости! Так, блин, я так и знал, что нужно было... Живи, братиш. Да я тут их просто топором избиваю. Но у меня ногу сломал. У меня морфин есть, сейчас я тебе его переложу. Нам повезло с морфином очень. Да. Твой план что-то не особо себя оправдывает. Ну, то есть он нормальный, но долго так продолжаться не может. Да, слишком много. Они просто не идут, приходится мне выходить их и заманивать. Там еще бегут. Так, ты у нас где? А вон ты лежишь. В самом низу. А, это ты? Да, так. Замечательно. Морфин. Спускаюсь к вам. Переложил. Ага. А, так ты мог бы мне его дать. Ну я... А, блин, ну ладно, я уже, я уже юзаю. Просто у меня, по-моему, кровища тих. Снимать его, нет? Они едят меня! Да, блин, что он не целится? Офигеть! Артур! Бум! Бум! Ты можешь себя лечить? Нормально все у тебя? Я не знаю. У него кровь идет. Я лечу себя. Бандаж есть? Да все есть. Блин, Джек Шепард сзади, оказывается. Да, я сзади спустился. У меня вот такой прицел не врубался. И из-за этого я потерял секунды 3, наверное. Слушай, у меня тоже течет. Сейчас не включается. Здесь нельзя прибавить прицел. С тебя течет еще. Но это не, кровь не уходит, нормально все. Но ты выглядишь опасным. Тебе бежит кровь. Но это не уходит. У тебя стопора капает. Мне ОТМР магазин. Бегут, еще бегут. Слева. Так, дайте я лягу, давай, Джек Шепард. Не, нормально, все, я стал на прием. Ладно, давай. А если тебе сейчас кость сломает? А я что-то... Ой, я смог прицелиться. Если что, ты ложись, а я гашу. Ок. Ну вот видите, они не выходят, они научились. Такие, русский, сдавайся. Глюпый русский, ебан, да. Ебан? Он опять матерится, походу. Почему? Что-то он так близко, оказывается. А, открыли. Вот она меня она мне в прошлый раз так ногу сломала, она там. Мне страшно. Отпустите меня. Перескочил только через бой. Я через меня и так. Не сгону, чувак. У меня боль появилась, пока я так прыгаю. 200 крови забрали. Давай я прилягу, ты через меня перепрыгнешь, я выйду и всех перестреляю там нахрен. Давай. Тогда я тебе помогу. Супер, хотя у меня одна обойма осталась. Сундучку. Вовремя. К нам я зомби подходит. Вовремя. Зомби подходит из-за хаммера. Пристрели их. Так, вопрос с кровью сейчас как никогда актуальный. Или с кабанчиками. С много-много кабанчиков. Если я в этой серии опять первым умру, то я себе этого не прощу. У меня все шансы обогнать тебя. Я тут. С линии огня уйдите, я разворачиваюсь. Мы лежим. Я направо. Так, все, я встаю тогда. И попробую через вас как-то пройти. Артур, прижмись через правой стенки. Никого. Я думаю, мне лучше выбежать, просто оббежать и как-то гасану. Аккуратно, справа от тебя где-то три зомби. Сигухан сразу справа. Он мне ногу сломал. Подожди, у меня же Подожди, дымовая у меня есть. Шмали тогда. Они сейчас выбегут, спиннер. Мне нужно ее переложить в инвентарь. А вот она у меня тут. Ну, я отсюда могу ее просто за стену зацепить, поэтому нужно как-то поближе подойти. Пролезь через меня. Блин, вот это тактиш у нас выживательский. В маленьком таком закрытом помещении. Так, вот отсюда, я думаю, нормально уже будет. Я с чая целью. О, как хорошо кинул. Кинул, отлично. Че, не уходят? Да, побежали туда. Че, давай ты налево, я направо, выходим, как спецназ. Туда один убежал пока. А попрыгуна нет.
Так, я налево. Да. Давай, выходим. Давай. Три, с Богом. Два, погнали. Тут нет чисто. Никого. Так, что, уходим отсюда? Да. Я причем рекомендую прилечь, потому что сейчас, возможно, кто-то ее заметил за забором и побежит через эти ворота. А вот зомби сюда вышлепает, но он так медленно. Здесь, как всегда, нет машины. Блин, да. У меня из локтя течет кровь, и я уже... У тебя сколько крови вообще? 5-600. Это печально. Правда? Тебе больно? Ну как? Больно! Насколько больно тебе, да? Тебе боль утоляющая, да? Сзади сагрился. Ну твою мать. Меня не порвали. Убили? Я, мой, все, готов. Смотри, что в нем есть. Я просто боялся бить топора, и Артур в это время вставал, я мог ему голову уничтожить. Смотри, что в нем есть. Давайте быстрее, пока я не отреспаунюсь. Биг Шепард, не нужно тут смотреть, что у него есть. Тут лучше, блин, убраться отсюда. Надо. Мне тут не понравилось. Значит, мое предложение — Зеленогорск и спички, нож. Да, Зеленогорск. В магазине. Угу. Там еще будет, помнишь, амбар, ангар мы с тобой чистим. Слушайте, прям такие хорошие серии получаются. Забведение. По-моему, давно следовало это сделать, а то мы уже зажираться начали. Да, ходили... там бары, ты, ПНВ. В собор ходили ради бинтов и воды. Ты же, блин, кому расскажи, не поверит. Да, так, ну-ка, ты течешь мне? Это магазин для ДМР. Где моя вода? Ты до сих пор течешь у меня. Да-да-да, он до сих пор течет, но это нормально. Течка. Ну это нормально, это не нормально. Это не нормально. У тебя с топора просто кровь льется. Точно, вот, вот, видишь, человек. Мы придумали определение для этого, да? С топора льется. А че вы прыгнулись, бояки? Сыкотно, там же. О, там с бартаха. Слышали? Или с двустволки. Где? Уходим, уходим. Где мы только что были? Уходим. Я сразу пригнулся. Бояки, говорят. Ага. С такой кровью я с топором кидаться на людей не буду. Если с Барретта, то он поднялся наверх и оттуда хренакнул. Потому что по-другому это просто тупо Барретт применять там. А если с дробовика, то кого он там убивал? Там уже никого не осталось. Уходим через лес и вообще плевать на все. Я даже вопросы задавать не хочу. Слушайте, а у меня этот градусник белый, это нормально? У вас он какой? А, не знаю, но он не белый. Да, цвет он светлый. Зеленый какой-то. У меня он белый. Может, ты заразился? Все, но... мне кажется, мы тебя потеряем. И может, поэтому с тебя... тебя... Так, ребята, только давайте не будем нервничать. Я себя контролирую. Ты смотри у меня. Ой, я натуру навел. Ты смотри у меня. Я вот прекрасно понимаю, что инфекция это очень-очень сложно, но... Ну, как видишь, я живу с этим. Вообще не волнуйся. У Артура, он явно это убыстрит. Опасные вы люди. Ой, опасные. Куда мы... Вот я, например, вообще потерялся в пространстве. Мы в Зелено идем. Так Зелено, по-моему, в другую сторону. Вот-вот, и мне кажется, что в другую. Ну ладно. Не знаю, я, по-моему... Мы сейчас выйдем из леса. Выйдем из леса, и мы должны... Лыжи облутают. То ли лыжи не едут, то ли... Дальше сами ведет нас. Можно вставать, я думаю? Я думаю, тут вышка сейчас будет, это военная, которую мы лутали когда-то. Маленько в другую сторону, по-моему, идем. Угу. О, я вижу что-то, я вижу. Ну вон же, блин, чего вы мне гоните-то? Не-не-не, все нормально. Город нашей мечты. Ты правда. Как в прошлый раз, так же пойдем? Через поле? Нет, давай как мы с тобой тогда ходили. Когда... А, ну мы с тобой справа, заходили совсем с другой стороны, да, нам сейчас налево нужно завернуть, вон к тому лесочку. Угу. У меня опять нет. Же появился гениальный план. Первый раз, Артур, с тобой когда заходили, еще двух чуваков, которые харчили, кого-то увидели. Ну, вот, ну вон там же у нас эти ангар-амбар. Вон они справа стоят слева. Вон нам нужно тогда пересечь дорогу и с той стороны заходить. А так как ты сейчас идешь, мы выйдем к тому месту, где нам придется, конечно, стрел у нас прикрывал. Mm-hmm. Блин, я... Ну ладно, давай, веди. Я просто сейчас вижу только один лес, кроме него ничего. Направо смотри, на опушке, видишь, ангар-амбар, который мы зачищали в первый раз, когда посещали это место. Все, да, я понял, это мы, значит, вообще с другой стороны вышли, ну ладно. Ну, мы тебе и говорили. Да, но я что-то думал. Я рассчитывал вот оттуда вот выйти. На что ты рассчитывал? Тут у нас, кстати, за пригорком сейчас будет амбар. И ангар рядом с ним. Там нам можно найти что?
Еду? Там нам можно найти еду, воду. Я бы не отказался спички от винчестера. Блин, я посмотрел на себя, камеру назад повернул. Ты уже понял, да, что топор не слишком хорошо? Нет, топор он, конечно, сила, но огнестрельное оружие — это огнестрельное оружие. С ним никак не поспоришь. Я вообще хочу оптику выполнить. Пока, говорит, чезить не найду, оружие свое не сменил. Перехотел, когда ноги сломали. Ноги сломают, все перехочешь, да? Ну. Так, кстати, скоро придется покушать и попить. Скоро так, Шестрел, по-моему, сядет просто в этом, в лесу. Скажет, никуда не пойду, дисплейза-то. Здесь. Нет, просто именно, я вообще никуда не пойду. Или так, без бара-то. Ну, хотя бы дисплейза-то. Так, налево пойдем к амбару? Не знаю, он далеко. А, ну где братюнь-то харчили, да? Да-да-да. Пошли, сходим. А потом... У меня, по-моему, из крови больше... А, нет, льется. У тебя кровь бежит до сих пор. Да вижу я. Так спокойно. Да я вижу, нормально. У меня 9 тысяч здоровья. У тебя патронов много, нет же, Шепард? А, 3 обоймы. У каждой меня... обойме у тебя? У каждой меня 8. Я думаю, где-то 8 зомби там и будет. О, у меня, потому что... Мы разве сейчас не это? Не отдаляемся от Зеленогорска? Отдаляемся. Отдаляемся, да, но мы бежим к амбару. Не помню. Хитро придумано. Потом от амбара уже можно будет идти. Будем стрелять или будем по-тихому? Да вот я думаю, поверим, там, поверим, по-моему, не получится. По-тихому. Хотя хотелось бы. Ну я могу по-тихому, хочу. По-тихому неугодных с топора и... Ну и ногу тебе сломают или вообще заваншотят. Бегай, кричи. Неугодных богу убивали. Джек Шепард Петросянин. Ноу. Это правдивая история. Однажды было такое. Так, вон они у нас где-то. А, нет, это не они. Блин, да где они? Вот. Слушайте, мы что-то прям уже очень далеко отошли от Зеленогорска. Нормально, нормально. Ой, или он Зеленогорск же называется? Да-да-да. Артур, нет, стой, мы не туда бежим. Они, короче, знаешь, по какой дороге-то будут? Вон в ту сторону. Ой, короче, пойдем к Зеленогорску. Мы завтра тут похоже. Коза! Да я видел уже ее. Я тоже его. Ой, я хочу бить. У вас кстати оказали. Надо найти колонку, ребят. Там будет. Там есть колонка. Слава богу. Там будет пить хотеть Артур, потом Шестрил, и потом только я. Я только что попил. Да, я тоже только что попил. У меня есть 2 бутылки воды, и их надо наполнить. У меня есть фляга с водой. То есть у тебя 2 фляги есть? Угу. У Джека и у меня, то есть у нас 3 фляги всего. А дай мне 1 флягу. Конечно, у меня нет фляги. Как только дойдем, сразу все тебе дам. Ну ладно. Выпит, наполнит. Это стимул, чтобы вы меня дотащили туда живым. Подожди, а где же у нас тогда был амбар? Правее будет, правее. Вот смотри, мы сейчас там спустимся, зачистим, чуть правее уйдет туда дорога. И вот там-то как раз он и будет. А-а-а, мы вообще в сторону пошли. Вот, а я что-то тоже так как-то это не задумался, я думал, что мы правильно идем. Да, вон во всех у нас живет свой Сусанин. Да. Я вот действительно первое время за долгое время игры моих Days реально боюсь умереть. Это хорошо. Это круто. Появилось какое-то желание играть дальше. Да, появилось желание выжить. Где-то а не тупо там зачищать. 5000 крови оставить. Всего лишь бар этот отобрать, да? Пустить кровь из локтя. Так, нам левее нужно. Да нет, я вроде правильно иду. А, вон они уже. Да-да-да, ты правильно шел. Да-да, вот так, он. По-моему, пора приседать, тут уже зомби будет. Да-да-да, я уже давно приседал. Вот колонка. Колонка есть? Ну я сейчас подумаю. Да, там колонка, она прямо за стеной будет. Вот, вы ко мне идите, молодцы. Угу. Ой, спасибо, молодец. Положите на комод. Ты не пройдешь? А, пройдешь. Блин, я что-то вообще забыл. Ходили с тобой. Так, вон там слева у нас колонка, и зомби. А, нет, зомби ходит. Надо бы проверить конюшни, вы так не считаете? Мы все проверим там. А тут под навесом ты смотрел, Джеки, что? Мы все три здания проверим. Канистра. Ну и да, сейчас... Я тебе сейчас сумку кину тогда водички, хорошо? Давай. Канистра. Испите. Вон там мы в прошлый раз винчестер находили.
А вот там мы находили кучу резкочек зомби и проблем. Так, давай я ее сразу выпью еще раз и наполню. Хотя, в принципе, только что пил, но все равно. Пока мы тут. Хардкор устраиваем. В гаражике, по-моему, что-то лежит. Или какие-то вещи тут в воздухе находятся, нет? Банк. Не вижу. Прям перед нами нет. Ну, я обычно вижу всякое такое. А я сейчас просто хрень, которая летает. Мало что вижу сейчас, понимаешь? Ой, тут можно канистрами наполнить. Лягушка прямо по курсу. Я пошел за сарай, зайду. Если что, в коровник забегаем, там легче всего отстреливаться. Да, вообще элементарно. Давайте, да, вот в чем. Ну просто может внутри коровника стоять один. И что, он там будет медленный, наверное, да? Да нет, если... Но нашумить придется. Опа, в горшке хавчик. Подожди, так это ж еда. Да-да-да. Еда в толчке, как романтично. Ты смотри, не закрывай, она ноги ломает бывает. Я, да, знаю, спасибо. А здесь, на... Короче, твоя рука, которая... Я рука, не могу взять, тут... Ленфилд. Тут еще пинт. Тут еще пинт. Я хочу Ленфилд. Я хочу Ленфилд. Ну, понятное дело, ты у нас единственный пока безоружный. У меня здесь так. Я еще один стек патронов. Я не могу взять почему-то еду, попробуйте его, которая в толчке. Давай. И винчестер. Вон с... Вижу. Ой, так к нему даже патронов куча. Я тебе еще даже могу один на этот рожочек, да. На Ленфилд? Да. Я благодарю, но я думаю, мне хватит. Два патрона. Нет, я все-таки дам. Ну хорошо. Да, они не берутся. Берешь без патрона. Черт, я хотел покушать. Покушать не берется. Спасибо тебе, игра, ты нас очень любишь. Сейчас я пойду попробую взять. Положила еду, мало того, что в туалет, так еще и взять не дает. Так еще и убила меня в предыдущей серии. Угу. И меня до белого коленя довело. Тут винчестер с патронами лежит. Винчестер? Да, можно поменять твою двухстволку на винчестер. Ну там патроны как, одна это. Да это все равно, у меня 4 штук, патрона получается. А тут 15 штук, да. Плюс тихая. Так, а почему у меня G17 выкинулся тогда? Странно. Здесь один бинт и паста. Ты ее можешь взять? Да, я все. Ой, обожаю винчестер, это моя любимая винтовка. А у меня Энфилд. Энфилд, она нафиг громкая. Зато она выжившего с плюхи кладет. Ну да, она любого, по-моему, с одного. Для винчестера там какие нужны патроны? 18-86. Да, 86-го года. Я себя таким ковбоем с ней ощущаю. Так, там у нас Легухан должен быть, по идее. И там еще один амбарчик. В него, по-моему, сбоку может зайти. Сарайчик, да, сбоку. Там в амбар может зайти, и вот в сарай. Да-да-да. В котором мы тогда отстрелили. Я возьму на себя амбар, зайдите в сарай. Ладно. Не по размеру его разделил, но ладно. Да ладно. Там кто-то есть внутри, я слышу. Аккуратно. Да, вот здесь что-то. Да, Легухан. Я у нас самый слухастый. Давай, ты внутрь. А, это, блин, я не за тем иду, оказывается. Ну, я, короче, пойду вот это маленькое здание проверю, гараж. Так, ребята, все в сарай. Слышал один. Будет отстрел. Да, сейчас будет отстрел. Я сэнклда не буду давать. Здесь куски жареного мяса. Куча патронов всяких. Так, заходи сюда. Фанаги. А, ну тебя в принципе не заметят, я начинаю чистить, короче. Давай. Один выстрел, он что не падает? А, все, умер. Демер магазин, станак. Офигеть, это что-то такое-то? Это может чья-то нычка или кто-то выкидывал себя? Потому что такие вещи не появляются просто так. Я про то же. Топоры у всех есть? Да. Очково-то как? Ну, в этом и прикол. Эта игра дарит эмоции. Именно. Но внутри ты не был, да? Нет, не был. Я зайду тогда. Давай, мы с тобой. Возьму ремингтон в руки. Молодец. Там ты взял жареное мясо, ты говорил? Да-да-да, я все взял. Я хочу кушать. Да-да, я тебя сейчас покормлю. С забором зомби где-то. Ага, вот он тут, он прям, я сейчас от него мансую, видишь так. Так, о, магазин для Макарова еще один нашел. И два НД. Два РНД пеллец какие-то. Может даже не Макарыч? Подходит. Потому что я вообще без защиты. Тут винчестер лежит, ребята. Ладно, я возьму есть винчестер. Сюда, я возьму винчестер. Патроны. Нет, я возьму, потому что мне нужно чем-то стрелять. Бегут. Как он нас заметил? Не знаю. Кто отстреливает? Ну, я, наверное. Давай. Блин, у меня такие руки. Я ничем не лучше его. Он что-то застеснялся? А, вон идет. Да, блин, как... А, блин, он меня ранил. Как так? Насквозь пробежал. Перебинтуйся. Он сейчас в стене находится. Перебинтуйся.
За Джеком Шепардом находится он у меня. Я понял, перебинтуйся, сейчас разберемся. Офигеть, игра, ты нас сегодня все больше и больше радуешь. Человек с топором пошел мстить. Его нет здесь? Опа, тут стоит. Я вообще не понимаю, что произошло. Гасить нет. Я убью. Давай. Доблин. Молодец. Я так ему отомстить хотел. Ты перевязался? А, у него есть бинт, Артур. Возьми бинт. Отлично, а то у меня вообще бинтов лежит перед нами. У меня лежит во мне 5 бинтов. В тебе. Ну ладно, я один возьму. Ага. Я не буду. Ты что, их съел? Тебя брать. Так, давай я тебе дам жареного мяса. Давай. Я думаю, тебе оно нужно. Сколько там у тебя его? Блин, у меня места нету для него. Я тогда его на землю положу. Давай. Два куска. Иногда бывает пропадает. Прямо с земли. Блин, а я... что-то нам будет по-любому выложить. Нам бы сумки пообъемней. Факт. Как-то да. PCP что ли взять? Так, ладно, мы пойдем другим путем. Артур, на, держи. Да. Положил на пол, тебе это понравится. Так, давай я тебе сейчас... Стой. Я жду. Держи мясо. Ага. Отлично. Так, что, сразу еще один тебе дать? Ты с Энфилдом все-таки будешь? Да, решил Энфилд. Но мне тогда нужно, чтобы Джек дал мне Макарыч. Еще одно мясо дать тебе? Да, давай. Давай все. Все, что есть, я все хочу мне забрать. Я хочу кушать. Там еще один идет. Ага, спасибо. Наверное, мимо пройдет. О, уже 6000 крови, уже лучше. Хоть стал видеть что-то. Так, давайте. Тебя трясет, нет? Не, нормально все. У тебя есть место для Макарыча в рюкзаке? Так, Легухан идет в нашу сторону. Давай на пол тогда. Бери. Спасибо. Для МП5 магазин у меня еще был, но я думаю, его нет смысла брать. Угу. Ну, МП5 вообще как ствол мне очень не нравится. Да его нахрен найдешь так-то. Аккуратнее выходите. Подождите, вижу, он идет. Я еще Макарыч. Так, что у нас по серии-то? 38 минут? Ну, или даже больше чуть-чуть. Ну, в принципе, нормальная серия. Я бы сказал, что очень крутая получилась. Вы меня даже в ней ни разу не убили. Ангар почистили? Да? Да-да-да, в этом были. Можно завершать. Ты у нас начинал, да, по-моему? Да-да-да. Ты завершаешь. Ну, в общем-то, вы видели, как все это прошло. Я думаю, вам было интересно так же, как и нам. Всем спасибо за просмотр. С вами были Артур. До свидания. Максим. Пока-пока. И я. Всем пока.